Стихия сократила курортную территорию. За последнее время из-за штормов ширина Одесского побережья значительно уменьшилась. Помогать природе восстанавливать пляжи будут арендаторы, сообщили в Управлении инженерной защиты территории города и развития побережья. То, что касается восстановления красивых и широких пляжей, у каждого арендатора в обязанностях восстановления пляжа после сезона, приведение его в порядок, поэтому намывом и увеличением территории будут заниматься предприниматели.